почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Какое безумие. Какое чудовищное безумие. Голос, который приходит ко мне, я слышу все настойчивее. Он сводит меня с ума. Я уже не помню, когда он начал приходить ко мне, но я слышу его все чаще и чаще. Я пытался избавиться от него, но у меня ничего не получалось. В конечном итоге я стал разговаривать с ним. Я решил поделиться с ним и рассказать ему все. Все с самого начала. Ехать я провожу. Ну ты, если хочешь, езжай, а я останусь, мне это хорошо. Но я должен тебя проводить. Никто никому ничего не должен. Тем более, если что, то есть кому меня проводить. Только смерть может положить конец этой боли и страданию. Я, кажется, понял. Я избран. Я остановлю в мире сквер. Да пошел ты, козел! А ты че вылупился? Все вы козлы! Она была обречена стать первой. Она оказалась не в то время и не в том месте. Кто дал тебе право решать, кого казнить, кого миловать? Ты нарушил заповедь, не убей. Ты возомнил себя Богом? Да. Я начал очищать этот мир. Thank you.
Ужас какой-то. До полного бака заправьте. Хорошо. Доброе утро. Чашку кофе, пожалуйста. Хорошо. Да, Михаил Петрович. Случилось что? Иван Николаевич, через полчаса жду тебя в отделе. У себя в кабинете. Да что случилось-то? Я вообще-то со вчерашнего дня на пенсии. Вы чего хотите мне памятную медаль вручить? Как почетному менту-пенсионеру? Да погоди ты шутки шутить. Давай в отдел, там тебе все расскажу. И поживей. Слушаюсь, товарищ полковник. Да, хорошо, вчера побухтели. Разрешите, проходи, проходи, Иван Николаевич. Присаживайся. Ну, вообще-то я на рыбалку собирался. Что за кипиш? Что, президенту кто-то на ногу наступил? Так это не наша епархия. Пускай Москва с этим разбирается. К тому же я со вчерашнего дня на заслуженном отдыхе. Все шутишь? Лифтер наш опять проявился. На-ка, полюбуйся. Так что откладывается пока твоя пенсия, Иван Николаевич. Да, веселые картинки. Из журнала «Морозилка»? Только это тут при чем? У тебя вон какие орлы есть. Они тебе его в два счета вылают, и глазом моргнуть не успеешь. Старший лейтенант Завьялов тоже будет в твоей группе. Плюс сотрудник, прикомандированный к нам из Челябинска. Разрешите, товарищ полковник? А вот и она. Ключи от квартиры получила. Разрешите обустраиваться? Знакомься, майор. Лейтенант Андреева, Лилия Сергеевна, сотрудник из Челябинска, будет в твоей группе. Так, понятно, на вечерний клюв я еще успею. Разрешите идти, товарищ полковник? Сядь, майор, я тебя еще не отпускал. Ну, ей-богу, товарищ полковник, в Облязово такой карась идет, закачаешься. Извините, рабочие будни пенсионера. Да хватит тебе дурочку ломать, сядь, сказал. Лилия Сергеевна, вы идите, располагайтесь, отдохните с дороги. Завтра с утра жду вас в отделе. Старлей, проводи Лилию Сергеевну и помоги ей, если что нужно. Есть, товарищ полковник. Послушай меня, Ваня. Заставить я тебя не могу. Но попросить тебя, как друга, как однокашника, в конце концов, могу. Нужен ты мне, Ваня, во как нужен. Отзови рапорт. Выловишь мне эту мразь и пойдешь со спокойной совестью на пенсию карасей своих ловить. Ты посмотри, какую по счету девчонку уже угробил. Ты же лучший, Ваня, лучший. Книгу налей. Ну, Петрович, давай, давай, я же знаю, у тебя в загашнике есть, а то после вчерашних проводов башка гудит, как барабан.
тебя нет там шоколадки, знаешь, такой с паприкой? Может, тебе еще омаров в газету завернуть? Было бы неплохо. А кто он такой, этот майор? Почему он так себя ведет? О, Лиленька, это такой зубр, которых во всей стране раз-два и обчелся. Если полковник его уговорит, а он его обязательно уговорит, сама в этом убедишься. Почему ты думаешь, что он согласится? Он же, я так поняла, на пенсии. Согласится. Во-первых, они с полковником еще со школы милиции вместе. А во-вторых, азарт у него сыскаря волчий. Он без этого не может. Садись. А это у тебя что? А это так, детское увлечение. Помоги. Со мной выпьешь? Нет. У меня еще дело не в проворот, а я тебя как девочку уговариваю. Достань мне его, Ваня, достань. А ты мне группу получше подобрать не мог? Один ветродуй, другая гимназистка. Отличная команда получается. А вот для этого ты у меня есть. Завьялов на самом деле опер толковый, хоть и ветродуй. А девица эта нам очень пригодится. К тому же она художник, у нее зрительная память хорошая. Она тебе его в раз срисует. Ну, на усиление бери кого хочешь. Вот ожили, а? Теперь вместо оперов пейзажистки. Давай, Вань, иди домой, приводи себя в порядок. Завтра с утра я тебя жду. И завязывай пить, Ваня, завязывай. Слушаю, старший полковник. Языком сказала, чтобы ты с внучкой погулял, а ты домой давай. Я же... Я тихо сказала, что ли? Домой поживее! Иду, иду. Здравствуйте, извините, 18-я квартира в этом подъезде. А то здесь номера не указаны. Здрасте. С какой целью интересуетесь? Не живет там никто, пустует квартира. А я как раз туда заезжаю. А, жиличка, значит, новая. Это хорошо. А это кто? Муж или так? А это коллега по работе. Он вещи помог привезти. А, коллега? Теперь это так называется? Это у тебя что за штуковина такая? Это этюдник. Я художником работаю. Художником. Культурный, значит. Это хорошо. А тебя как зовут-то? Лиля. А меня тетя Маша. Мы в 19-й через стенку. Соседями будем. Ты чего улыбаешься? Иди вон дверь лучше открывай. Люди въезжают в 18-ю. Лиля! Ты это только мужиков не води. Не люблю я этого безобразия. Хорошо, тетя Маш. И ты домой! Домой! Да иду я, иду. Выйди! Мама, мамочка, они же живые! Я за ними снова ухаживать буду, только не убивайте! Домой иди. Я часто вспоминал этих котят. Сначала мне было их безумно жалко. Потом я до исступления ненавидел того самого дядю Пашу, который так легко и безжалостно избавил мир от этих никому не причинивших зла существ. Но больше всего меня поразило безразличие и холодность матери. Как будто для нее я был не я, а пустота. Со временем боль притупилась. Она перестала причинять мне страдания.
Мне стало безразлично. Боль и страдания других людей не вызывали у меня никаких чувств. Мне стало безразлично, как тогда моей матери. Бойтесь равнодушия. Бойтесь этой родственной связи с ним. Ибо равнодушие попустительствует и потворствует всем грехам. Да. Ну что, ты не передумала? Нет, я же сказала, и своего решения не изменю. Ну смотри, потом поздно будет. Пожалеешь. Думай. Да пошел ты. Хорошо. Может, это не он вовсе? Он же в подъездах убивал. С чего вдруг в парк перебрался? Он это нюхом чувствует. И повадки его удавкой душить. Ну и что ты, Ваня, думаешь предпринять? Да есть одна идейка. Так, ну-ка давай звони нашей челябинской коллеге. Звони, звони. Телефончик-то, небось, вчера взял, ведь радует. Это я так, чисто по работе. Ничего личного. Алло. Ну, как спалось на новом месте, коллега? Выспалась? Да, все хорошо, спасибо. Раз все хорошо, дуй сюда. Через час жду тебя в парке. Да, и бандуру свою с красками не забудь захватить. Хорошо. А этюдник зачем? Картину будем рисовать. Все, конец связи. Степан! Ну ты где? Куда иду, пропал? Иду. Это что ли одеяло? Я ж тебе сказала, зеленое в клеточку, тонкое в нижнем ящике. Чего непонятного? Тебя только за смертью посылать. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. И воду в бутылке не забудь. Понял, понял. Здравствуйте, тетя Маш. Здравствуй, Лиля. Все, воюете? Да уж, воюю. Весело у вас. Угу. Обхохочешься. Эй, привет. Ты на работу, что ли? Да, на работу. Ленка у меня тоже убежала. Красивая ты, Лилька. Замуж тебе надо, детей рожать. Так не берет никто, тетя Маш. Дураки, куда смотрят? Не знаю. Мужики они,
что дети малые. Ты вот пока носом не ткнешь, они ничего вокруг себя не видят. Да ладно, беги, а то опоздаешь на работу. Бегу, бегу, тетя Маш. Счастливо. И тебе не хворать. Не прошло и полгода. Слушаю, старший. Почему это произошло, непонятно. Поэтому здесь дело вообще другое. Я думаю, вон там. И что вы мне предлагаете сделать, товарищ майор? Поиграем на живца? Соображаете, лейтенант. Значит так, стоишь около реки, пишешь свою картину маслом. А когда начнет смеркаться, пойдешь вон по той тропинке, и мы тебя будем прикрывать. Если карта ляжет, он наш. А если не ляжет? Поняла вас, товарищ майор. На тебе. Ну, чтобы с голоду не умерла. И не бойся, мы рядом. А я и не боюсь. Так, если задача ясна, действуйте, лейтенант. Есть, товарищ майор. Да, кстати, где ты рисовать-то научилась? А я, товарищ майор, художественную школу закончила. Хотела в Питер ехать, в МУХ поступать. Потом передумала. В полицию пошла по семейным обстоятельствам. В полицию по семейным обстоятельствам? Это как? Долгая история. При случае расскажу. Ну-ну. Что, испугалась? Да это прохожий просто. Я ж тебе сказал, не бойся, мы рядом. Ничего я не испугалась. Просто не ожидала. Так, короче, все по домам. Нам тут делать больше нечего. Либо мы его упустили, либо интуиция меня подвела. Ты здорово рисуешь. Я вот рисовать вообще не умею. Сколько ни учили, все равно одни каракули получаются.
Ну все. Спасибо, что проводил. Спокойной ночи. Может, на вечерний кофе пригласишь? А кофе на ночь вредно. Да и тетя Маша просила мужиков не водить. Так что до завтра. Получил ответ на заданный тебе вопрос. И не получишь. Господи, что же за день ты сегодня такой? И надолго это? Да вы не волнуйтесь. Завтра уже будет машина готова. Спасибо. Был он там. Значит, хитрый лис дождался, пока мы уйдем из парка, и нашел жертву. А я думал, что старею. Ты о чем это? Да так, о своем. Девчонка эта из ночного клуба домой возвращалась. Скорее всего, он ее оттуда вел. Не факт. Надо бы проверить по камерам видеонаблюдения. Достань мне его, Ваня. Достань. Богом тебя молю. Ну, давай. Все счастливо. Все, до свидания. Алло. Да, товарищ майор. Вы оказались правы. Был он там в парке, был. И девчонку эту встретил на выходе из парка после того, как мы ушли. А девчонка в парке как там оказалась? А она действительно шла из клуба. Только что ее на набережную в парк потащила ночью. Это вопрос. Понял, ладно, жду вас в клубе. Есть. Поехали в клуб. Ага. Привет, Папахин. Привет. Ну что, как дела? Тебе действительно интересно, как у меня дела? Или так для приличия поинтересовалась? Ну, Папахин, конечно, мне интересно, как твои дела.
Тебе интересно, как у меня дела, когда тебе что-нибудь от меня нужно? Последний раз это было полгода назад, если меня память не изменяет. На этот раз что? Ну, раз ты так считаешь, тогда перейду сразу к делу. Давай устроим родственный обмен. Ты переедешь в мою однушку, а я в твою трешку. Сам понимаешь, в центре удобнее, да и места нужно побольше для молодой семьи. А чего сразу не на свалку, а, или на погост? А что, я тебя вырастил, выучил, обеспечил чем мог. Чем мне жить-то? Самое главное, зачем? Ну ладно, Папахин, ты уж не утрируй. Смерти твоей я не желаю. Я ведь вам с матерью все отдал, все, что у меня было. А это квартира моих родителей, я тут пацаном бегал. Это единственное то, что у меня осталось. Вы что, и это хотите у меня забрать? Да, доченька, не думай, что. Так все обернется, когда тебя маленькая жопа вытирал, да, на плечах своих носил. А теперь я выросла, папа. Ты чего ты там оставил? Чего ты добился в жизни? Что ты заработал? Что ты можешь мне дать? Задницу вытирал? Да, спасибо. Только времена изменились. Я выросла, и мне нужно соответствовать. Соответствовать чему? Я вот честно служил всю жизнь. Взяток не брал, не воровал. Хотя очень много соблазнов в 90-е было. Я вам все отдал, что заработал честным трудом. В чем ты меня можешь упрекнуть? То, что я честный мент. А честных ментов не бывает. Есть просто неудачники, и ты один из них. Мало того, что ничего не заработал, так еще и без семьи остался. Сдохнешь один в своей трешке, и никто про тебя не вспомнит. Ладно, сиди пей свое пиво, честный мент. Ну что, как там? Ой, ничего хорошего. А это кто? Дочь моя. И чего она вам сказала? Она сказала, что любит меня безумно. А мне показалось, что... Если показалось, скреститься надо. Иван Николаевич, товарищ майор. А хотите, я вашей дочерью стану? Помните, вы меня спрашивали, почему я в полицию пошла по семейным обстоятельствам? Был у меня отец, такой же, как вы. Он меня один, без матери воспитывал. Странно, вы даже чем-то похожи. Погиб он при исполнении служебного долга. Вот я и решила, что продолжу его дело. В полицию пошла. Понятно. Ладно, дочь. Слушай, может, не из-за Завьялова усыновить, а? Только, боюсь, наследства у меня на всех не хватит. Вообще, спасибо. Ладно, сантименты в сторону. Что с лифтером-то делать будем? И
я не могу словами выразить те чувства, которые я испытал, сидя в шкафу. Это была боль. Боль предательства. Боль ревности и ненависти. Боль страха и бессилия. И эта неистовая душевная боль съедала меня изнутри. А тебе так слабо? Мне? Мне не слабо. А тебе? Не, я по другой части. По какой? А вот смотри. Кость, есть 5 рублей? Конечно. Да, держи. Видишь дырку? Ну. А вот монета. Сможешь монету через дырку протолкнуть, чтобы бумажка не порвалась? Если сможешь, я для тебя на столе станцую. А если нет, я тебя за сиську укушу. Ты меня еще не знаешь. Протолкнул. Да так нечестно, ты меня обманул. Ты через бумажку ее не просунул. Я же не сказал просунуть, я сказал протолкнуть. Поэтому давай подставляй сиськи, кусать буду. Не-не-не, мы так не договаривались. Давай. Подставляй, кусать буду. Давай. А теперь для всех наш любимый рок-н-ролл. Давай. Давай. А я вот по этой части. Ты меня еще не знаешь. В этом конкурсе у нас победила Снежана! Ну все, спасибо за вечер. До встречи. Тебя проводить? Да нет, спасибо. Я сама дойду. А теперь, дорогие друзья, встречайте Светлана Игошина! Left me from the ground in my desperate state of destruction. Rid me of this pain when I hardly stand on my knees. I'm breathing you in like a flower. When time comes and you're here, you're filling my veins with your power. But night brings back the fear. Chains that the beast has put on my body. Victim to his bribes, what of any faith and belief? I'm wandering in this pandemonium. My mind roams in despair. Why don't you fight for me, Father?
that you care. Майор! Снимаемся. Только что позвонили, у нас новая жертва. Где? В подъезде дома возле клуба. Опять в лифте. Кажется, певичка из ночного клуба. Кузнецов и Морозова уже там. Товарищ майор. Адрес. Завьялов, адрес какой? Туда 16. Товарищ, что подожди? Товарищ майор, с вами все в порядке? Сигарету дай. Я ж не курю, товарищ майор. Закурить есть? Скажите, пожалуйста, что здесь случилось? Без комментариев. Заканчивайте без меня. Привет, Папахин. Ну что, передумал? Нет. А что, тогда звонишь? Хотел узнать, как у тебя дела. В 3 часа ночи? Ты что, опять пьяный? Слушай, ты либо говори, что ты хотел, либо давай проспись уже наконец-таки. Все, мне некогда, мне надо работать. Ну, на чем мы остановились?
Может, еще погуляем? Погода хорошая. Я с детства рос одиночкой. Меня не любили нигде. Ни в школе, ни во дворе, ни дома. Я привык к одиночеству. Ты не один. Одинок тот, кто не знает Бога. Бог есть любовь. Любовь? А где она, эта любовь? Ее нет. Меня никто никогда не любил.
Что случилось? Да ничего страшного, бывает. Витаминчики надо попить. Могу предложить тебе один очень полезный витамин. Ну и что ты хочешь мне предложить? Погоди, майор, я занят. Кто там? Николаевич звонит. Погоди, может, что-то серьезное? Работа подождет. Мне срочно нужна медицинская помощь. Майор звонит. Подождет. Нет, но если что-то случилось. Слушаю, товарищ майор. Андреева, давай галопом в отдел, у нас новое нападение. Слушаюсь, товарищ майор, скоро буду. Завьялову что-то дозвониться не могу, дрыхнет, наверное. Нет, он уже проснулся. Он уже проснулся. Проснулся? Значит, оба галопом в отдел. Слушаюсь. Что там? Новое нападение. Нужно срочно в отдел и еще домой переодеться. Сегодня без витаминов. Товарищи офицеры, обстановка в городе такова, что население крайне взбудоражено происходящим. Информация о лифтере дошла до Кремля. Правительство и руководство МВД требуют в кратчайшие сроки найти преступника. В связи с этим к нам в помощь прибыла следственная группа из Москвы. Иван Николаевич, доложите, как у нас обстоят дела. В данный момент на металлургическом комбинате и всех предприятиях города создается группа патрулирования из граждан. Задействованы все силы МВД, а также Росгвардии. Организовано круглосуточное дежурство. В каждом дворе ведется видеонаблюдение парков и заброшенных территорий. Вот есть одна загвоздка. Логики преступника никак понять не могу. Такое чувство, что он играет с нами в кошки-мышки. Думай, Иван Николаевич, у нас нет права на ошибку. Понял, товарищ полковник. Ну а что касается таксиста, подозреваемого в совершении ночного убийства, покушение, совершенное сегодня утром, явно говорит о том, что преступник пока еще на свободе. Потерпевшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ну, вообще, девчонке повезло. На крыше ее обнаружила соседка, подкармливающая местных кошек. Ну, собственно, и вызвала скорую помощь. Когда она очнется и придет в себя, сможет говорить, надо будет с ней побеседовать, Иван Николаевич. Есть, товарищ полковник. Ну что ж, это все. Товарищи офицеры, за работу. Где наш подозреваемый таксист? В допросной. Ну-ка, пойдем-ка навестим его. А вы, лейтенант, сходите к криминалистам. Выясните по поводу пальчиков из подъезда. Есть. Коля, выйди на минутку. Ага. Ты зачем в подъезд поперся? Так она очки в машине оставила, я и захотела их вернуть. Зашел в подъезд, ее нет. Лифт наверх ехал. Ну, думал, перехвачу ее на лестнице. Поднимаясь, услышал, что наверху входная дверь в квартиру хлопнула. Ну, я понял, что она домой зашла, а какая дверь-то я не видел. Ну, подумал, вниз спустился. Ну, не буду же ей за очков во все двери стучаться. Оставил их на батарее, вышел из подъезда, сел в машину и уехал. Ладно, отдыхай пока. Коля, мы закончили, можешь продолжать. Хорошо. Слышишь, Старлей, если ты, Ветродуй, будешь девчонке мозг засирать или пакость какую-нибудь сделаешь, я тебя порву, как тузик-грелку, ты меня понял? Не понял, вы о чем, товарищ майор? Да ты мне дурочку-то не включай, все ты прекрасно понял. Ты с кем сегодня ночевал? Тебе что, местных баб? Ах, вот вы о чем.
так с самыми серьезными намерениями. Ладно. Пойдем к криминалистам. Посмотрим еще раз видеоматериалы. Ну, как тут у вас дела? По пальчикам нет ничего, товарищ майор. Покажи мне камеры видеонаблюдения. Так, перемотай-ка назад. Стоп. Вот он выходит из подъезда. Так, теперь давай после отъезда такси. Еще. Раньше. Еще стоп. Увеличь. Стоп. Тьфу ты, черт, лица не видно. Сколько могу. Качество изображения плохое. Никак не вытянуть. Давай камеру у подъезда. Нападение утром. И еще раньше. Раньше. Еще. Стоп. Ха, вот он, родимый. И личко засветил. Yes. Значит так, распечатай, чтобы его физиономия на каждом углу висела. Чтобы как рекламные ролики его физиономию раздавали людям. Найдем, никуда не денется. Глупцы. С кем они решили тягаться? Я просчитывал каждый их шаг. Я играл с ними, и это забавляло меня. В глубине души я хотел, чтобы меня поймали. Но какое же удовольствие я стал испытывать от того, что делаю этот мир чище. Я был всесилен. Я владел им. Какое же это искушение. Власть. Власть? Это наказание делающим зло и поощрение делающим добро. Ибо сказано, власть не есть власть, если она не от Бога. Я тебе сказал, прекращай пить! Все нервы ты мне уже вымотал! Старая! Да тварь ты неблагодарная! Что случилось, Лена Ивановна? Да Димка опять буянит! Здорово. Ты кто? Слышь, дядь, ты зачем маму обижаешь? Ты вон какой амбал. Она у тебя маленькая, старенькая. Тебя кормит. Ты кто? Тебе что надо? Она тебя родила, вырастила. До сих пор содержит. А ты ее бьешь. Нехорошо это, дядь. Ты кто такой? Да пошел ты! Да я тебя! Больно. Больно? А маме, думаешь, не больно? Да она мне всю жизнь испортила. Я ее ненавижу. Ну и дурак. Я хоть и сам не крем-брюле, но маму свою любил, пока жива была. Короче, слушай сюда, сука. Если ты ее еще хоть раз пальцем тронешь, я тебе глаз на жопу натяну. Ты понял? Понял, я спросил? Понял. Свет, ну тут долго еще? Давай быстрее. Алло, Папахин, ты что, это новая фишка у тебя звонить мне по ночам? Я просто хотел узнать, как у тебя дела. А днем ты не можешь узнать, как у меня дела? Мне кажется, мы с тобой уже обо всем поговорили. Так, все, мне некогда, мне нужно работать, так что давай, адью.
Да. Привет. Слушай, я хочу завтра к тебе приехать. Какой у тебя адрес? Знаешь что, Лёсик, а не нужно ко мне приезжать. Из полиции я все равно не уйду, так что не трать свое время. А еще я встретила человека, и я его люблю. А ты со своими хотелками оставайся дома. Но я стал уставать. Прежнего наслаждения властью я уже не испытывал. И это тяготило меня. И я решил разорвать этот замкнутый круг и уничтожить причину всех моих страданий. Завьялов, срочно, советская 155. Внимание всем постам. Внимание всем постам. Разыскивается подозреваемый в нападении на девушку по адресу советская 155. Приметы. Мужчина, 28-30 лет. Рост 185-190 сантиметров. Худощавое телосложение. Одет в толстовку черного цвета, джинсы черного цвета, черные кроссовки. Преступник, возможно, вооружен. При задержании соблюдает особую осторожность. Ну чё, опять без витаминов? Прости меня, папа. Прости меня за всё. Тише, тише. Тише. Ну что, всё хорошо. Всё хорошо, тише. Помнишь нашу сказку про лисичку? Так вот. Ты моя маленькая рыжая лисичка. Простите, папа. Ты самый лучший папа на свете. Ты самый лучший чистый мент.
Здравствуйте, инспектор Рудаков. Откройте, пожалуйста, багажник. Внимание всем постам! Внимание всем постам! По оперативной информации, подозреваемый в совершении нападения находится в трамвае, следующего по маршруту номер 17. Так, ничего запрещенного не перевозят? Вокзала. Нет. Слева пути. Поехали! Граждане пассажиры, пожалуйста, не волнуйтесь. Обычная проверка. Я нашел выход. Я избавлюсь от тебя, и ты больше не сможешь сводить меня с ума. Безумец, лишив себя жизни в этом мире, ты не лишишь себя тяжести наказания за содеянное в мире ином. Самоубийство – это приговор себе от себя. Ты удаляешься навсегда, без возможности примириться с Богом и людьми. Но есть другой выход – раскаяние. Покаяться здесь и сейчас. Раз и навсегда. Раскрой свою душу. Сила покаяния велика. И нет такого греха, которого бы Бог не простил. А разве я не раскрыл свою душу? Я раскаялся. Я рассказал обо всем. Я признал свою вину. В тебе нет раскаяния. Ты ищешь оправдания. Ты трус и жалеешь себя. Тяжесть от содеянного тобой велика. Ты должен раскаяться и нести свой крест до конца. Ты должен провести в этой темнице остаток своей жизни со смирением. Всем сердцем и душой обратись к Богу. Омой слезами покаяния грехи свои, и Бог услышит тебя. Бог всегда рядом. Господи, услышь меня, Господи. Прими мое покаяние, Господи. Прости меня, Господи.